С началом отопительного сезона риск пожаров увеличивается. Одна из основных причин – это нарушение правил эксплуатации печного оборудования и отопительных установок. По информации Управления по ЧС города Темиртау, за прошлый отопительный сезон в результате пожаров погибли 3 человека. Если говорить по цифрам, у нас было за прошлый отопительный период было зарегистрировано 49 пожаров, из них 3 в поселке Актау. К сожалению, имеются факты гибели, это 3 человека, и травмированы были 5 человек, из них 2 детей. Если сравнивать с отопительным периодом 2022-2023 года, то у нас наблюдается снижение пожаров 4 раза. Это также большая работа совместная с местными исполнительными органами по вопросам соблюдение правил пожарной безопасности. Для предотвращения пожаров сотрудниками управления по ЧС города Темиртау в районах частного жилого сектора проводятся профилактические рейды, в результате которых периодически выявляются факты нарушения правил пожарной безопасности. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность. Прошлый отопительный период за нарушение правил пожарной безопасности были привлечены 76 человек, из них 70 предупреждений, 6 штрафов. В этом году, в период с 15 августа по 15 сентября, в рамках месячника пожарной безопасности, мы активно проводим агитационно-профилактическую работу с населением, именно с жителями частного сектора, чтобы они максимально безопасно подготовились к предстоящему отопительному периоду. В чем оно заключается? В первую очередь, чтобы они обязательно посмотрели состояние своей печи, чтобы еще раз обеспечили очистку дымоходов, потому что неочищенный дымоход – это большая угроза жителям этого дома, что могут они быть подвержены к отравлению угарным газом. Также в целях предупреждения и снижения рисков отравления угарным газом в домах малообеспеченных и многодетных семей ежегодно проводится установка датчиков угарного газа. В этом году за счет средств местного бюджета были приобретены порядка 250 датчиков. Асиль Тулюбаева, Жахангир Куанышбаев, Новости Темиртау.